do you think? Чао! Спокойной ночи! Извините меня! Что я нарушил ваш покой? Простите! И до свидания! Больше я вам ничего не скажу! Я приезжаю сюда почти каждый год или через два года. Поэтому прошу вас всех в этих домах, не будьте равнодушными к нашему горю. Еще можете. Да не надо нам помощи, не надо. Я хочу, чтобы вы проявили сострадание. Я не хочу, чтобы вы были скотами. Мы же все россияне. Чао! Бомбина. Эти козлы, блядь, через несколько дней будет День Победы! Вы представляете, вы не представляете, что это такое? Россия спасла мир от этой чумы! Фашизма! А вы сейчас гребете, блядь! Ну, без блядь. Извините. Я все сказал! Честно! И откровенно! Да! Да! Нет, кто! Нет! Да нет!